Семена гвоздики Diana Rose Shades, Diana Rose Shades, украсят цветник, бордюры или балконы крупными яркими цветами, напоминающих сказочных птиц. Небольшая высота куста позволяет его выращивать не только в открытом грунте, но и в подвесных контейнерах или напольных вазонах. Темно-зеленые продолговатые округлые листочки практически все время закрыты ярко-красными цветками, которые на протяжении всего сезона распускаются в большом количестве. Цветок состоит из трех крупных лепестков с зубчатыми краями. В середине выглядывают длинные желтоватые тычинки, напоминающие птичий хохолок. Гвоздика Diana Rose Shades – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Гвоздика прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания гвоздики прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гвоздика Diana Rose Shades в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Интересные цветы гвоздика могут быть до 5 сантиметров. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.